Сматывайте удочки. Такой совет сотрудники ГИМС дают любителям испытать судьбу и порыбачить в плюсовую температуру. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Ульяновской области вновь отправились в рейд по акватории Волги. Подобные патрули проводятся ежедневно и призваны напомнить населению об опасности выхода на лед в период активного снеготаяния. Сейчас идет активное таяние льда. Лед истончается, и, соответственно, повышается опасность выхода на лед, повышается опасность для рыбаков, просто для граждан, которые решили вдруг прогуляться по льду. Это очень опасно. Специалисты проводят оценку состояния ледового покрова и напоминают, что последняя рыбалка весной связана с огромным риском для жизни, потому как под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Внешне он может казаться прочным, однако это не так. Течение рек размывают его снизу, появляются промоины. Сотрудники регионального МЧС призывают жителей региона воздержаться от выхода на лед, ведь с каждым днем он теряет свою прочность, и выходить на него опасно для жизни.